Мы с братом Назифом возвращались в метро с мечети, с вечерней молитвы. В вагоне двое русаков не захотели уступить нам место. Точнее, они слишком медленно встали. За это мы их подрезали. Эти русаки визжали, как свиньи, захлебываясь кровью. Вся остальная русня, как стадо испуганных баранов, сбились в кучу в дальнем конце вагона и даже боялись посмотреть в нашу сторону. Правда, один старый седой русак, увешанный орденами и медалями, наверное, ветеран, пытался что-то сказать. Но брат Назиф швырнул его на пол, и мы долго били его ногами в живот, пока он не начал ссать кровью прямо на свои ордена. Когда поезд остановился, вся русня в ужасе выбежала на перрон, а мы с братом спокойно в пустом вагоне доехали до нашего общежития, швыряя во входивших русаков, срезанными с пиджака обоссанного ветерана орденами и медалями. Аллаху Акбар!